В Орловском краеведческом музее подводят итоги Дня открытых дверей. Это одно из юбилейных мероприятий, приуроченных к 120-летию учреждения. Среди посетителей члены правительства во главе с первым вице-губернатором Александром Будариным. Сегодня музей имеет достаточно неплохую материально-техническую базу. Здание музея было отремонтировано. Понимаю, что много еще нужно сделать для того, чтобы музей действительно сделался по-настоящему привлекательный для всех наших горожан и гостей, является, безусловно, центром притяжения туристов в наш город. Исторические данные свидетельствуют о том, что краеведческий музей был основан Орловской ученой архивной комиссией в 1897 году, став одним из первых губернских музеев в Российской империи. В фондах хранится более 170 тысяч уникальных предметов. В 1918 году в связи с известными событиями губернский музей был закрыт. Коллекция была вывезена из здания присутственных мест. Но уже в 1919 году музей вновь возобновил свою работу. Лучшие сотрудники музея были отмечены наградами. Торжественное мероприятие продолжится на следующей неделе. На 26 декабря запланировано праздничное собрание к 120-летию Орловского краеведческого музея.